позже перекор перелечу. Рада здесь. Рада. А кто-то из этих ребят в седьмой пати на Джайму хочет, да? Я не особо хочу, потому что там ничего не заберу. Фарада. Если надо, пойдем. Фарадас. А в восьмой группе, что он делает там? Сижу. По-любому топор хочет Джайна. Где Фаради? Тут я. Вон он проснулся. Заходи на сову. А тут... Почему на сову, а не маг? Я быстро зачем? Ну, два танка пойдет. Ответил. Я думаю, можно в два. Мы быстро с нас ТПС дохуя. Быстро снесем. Больших. Главное еще мозг был бы. Ничего интересного. Аркус и клятва. Клятва хорошо. Аркус тоже хорошо. И опять печенька на этого, на друида. Конь упал. Идет бой. На ком-то комбат может? Нет, ну на всех, на ком-то именно забагалось. Да, сейчас падет, то всегда. Не, ну не так долго. Может, Полина не встает из-за нее? Думаешь, на трупе комбат? Не знаю, ну блин. Трупный комбат. Это Сирус. Ты забрать не можешь, да? Я раздать не могу. Да, дай ему дел. Мозер без комбата. Снимай дела. Я прям в диване раздал. Сидя на диване, там лут раздает. Нормально. Я на расставляю метки пока. Ассисты дай. Ты был ассист. Я тебе скидывал РЛ-ку. Комбат. Ген, все, Настю разбанили. Подтвердил тот челик? А, нет, ей написали, типа, пойдут на уступки в этот раз, но впредь просит поаккуратнее. Понятно. Ты че ее забанил? Слишком много аккаунтов, за которые она заходила. Сотика краш она. Главный менеджер гильдии по заходу, по сбору кристаллов. А, в чем проблема? Да Дозорон там сидит, херней страдает, банит нас. То меня, то он, Настя. То вообще приебался ко всей гильдии, то что мы багаем Алару.
Аркус кому-то нужен, нет? Аркус метеоритный. Я все-таки думаю, что это на Полине забагалось. Ну а что ты, может, хочешь в сундуке оставить? Никому не надо даже. Ну, вроде туда, если засунуть три полированных сердолика, говорят, что он нормально для хила ведет сейчас. А если брюлики? Че, боевики? Где взять брюлики? Боевики, я раздаю. Лишних нет. Полина здесь. Где Полина? Почему нас боишься? Ну, наверное, Полина не встала. Вот. Другой вариант. Шем, 1800 на народ. Да, тебя на 75 ГП больше. Бурглет, а у тебя ты на какой спеков спектр уберешь? На танк. Ты хочешь, не отдавай, мне не нужно. Нет, просто... Ну, это здесь просто лежит банк, я не до конца опнута. Надо угадать. Ну где Полина? Короче, распределяю. А чё, коня зажал, да? А смысл, я на сову заходил? Заменил. Ну ты сейчас зайдешь в рейд, я не могу, не, блядь, рейд поменять, нихуя не могу сделать. Потому что, блядь, Полина до сих пор АФКш. Скорее всего, из-за нее забагался. Вылезет. Этот, короче... Да мне диван интересно. Делорос, звездочка. Это, Алим, Ромби. Кирс, трусы. Силу бездны, роли что-нибудь. Кирс, трусы, сила бездны, печенька. Будем считать, что сила бездны. Я на трусах, кислых печеньки. Бля, я вообще не знаю, честно, как убивать сейчас босса. У меня сейчас три человека, которые вообще нихуя не знают. Элбрил, ты выиграл с ровом 57. Блять, типа, мечта, ну, сбылась. Три человека, которые нихуя не знают. Вообще. А кто они, милики все три? Два хила плюс милик. Он, два хила, это плохо. Уф. Ну пускай просто за кем-нибудь бегают, кто там шарит их, там вон, за... Ад... Блять, поставь их на звезду и ромб хилов. Там хоть легче будет сориентироваться. Посмотрите, там лужи. Да, может, будем реловнуться и бой пропадет. Где была, блин? В Африку успела сходить, представляешь? На костер, Полину. Ну чё, массово прыгаем с обрыва? Чё, бой не пропал? Нет. Угу. У меня нет боя. Да, и у меня появился. Нет боя. Ну я скинул себе комбат. У меня комбат висит. Короче, погнали, собрались. Ну прыгаем, давайте, все сейчас прыгнем. Пофиг, вообще все. Всем? Потому что у меня боя нет. За ВДВ, все, да? Все, все, все вообще. Все не поможет. Давай, пошел. Ты вправду солнце летает. Да все прыгните, ё-моё, чё вы. Минута дойдет. Ну кто без боя сейчас поднимет? Какие евреи, да, блядь, а? Давно все прыгайте, народ. Повесит на вас бой, когда мы зайдем в Винс. Зачем? Они преснули бы здесь, и всё. Не правда, время. Блядь, все прыгните сейчас. А вот и Слакер. Два. Редвар, Артемия. Карина, прыгай. Но он отошел, видимо, он стоит просто. Короче, да начисляй. Да просто. Блядь, какая разница? Начисляй, Гена. Всем, блядь, кто АФКшит. Я не пришел сюда сидеть, блядь, два часа из-за ваших АФК. Ладно, хоть кто-то предупреждает. А это, блядь, без тупых.
без, блядь, предупреждения, да, кашет. С инста, блядь, выйти не могут. Какую сотку? 1000 под Новый год? Да вот, все, он пришел, он умер. Прыгнул. 1000 под Новый год, говорит. Все, встаем? Да, все резко пошли. Сколько, блядь, будем тут сидеть? Ха, красиво, я тоже так хотел, кстати, замутить. Ну смотри, можем пустить Фарада, я могу спекнуться в килла. И... Фарад так зайдет. Ну и все. Ой, ну сейчас Фарада? По фасту, короче, объясню, два дебаф просто и все. Речь я буду Фарада, минус один милик, потому что милики... Метеолы, простите, у вас есть LBB? Чтобы ну, было проще. Я Метеоле скинул ДБМ, который под, ей будет орать, что этот... Я про Тейл Неврен имею в виду. Смотри, короче, простите. К Тейл Неврен забиваешь себе... Почему сильно надо, Джейн? Слева, короче, слева делаешь большой квадратик. Вот, и, короче, на первый вот этот, ну, слева, именно с левого экрана сделай, и забей туда, добав дикое пламя. Вот, ну, это как добав забиваешь. Вот, получается, дикое пламя, если ты видишь слева, тебе нужно, ну, под тобой будут такие кругляшки появляться, тебе нужно ото всех набрать рейндж. И все, и ждешь, пока он спадет. И потом подходишь в свою назначенную метку. Вот, направо вбиваешь дебаф взрывоопасный пламень. Посмотри по этому. По книжке. Я мог неправильно написать. Направо забиваешь взрывоопасный пламень. Если на тебя накидывается, тебе нужно, получается, смотри. На тебя повесится дебаф, через 5 секунд под тобой разольется лужа. Потом эта лужа потечет к боссу. То есть тебе нужно вынести этот дебаф, ну, это метел для тебя то же самое, между метками. Например, там вы стоите в звезде, выносите между звездой и между трусами и ближе к краю. Потому что, опять же, эта лужа потом поползет к боссу. То есть заметку выносить нельзя, потому что лужа пойдет через метку. Главное между метками выносить и поближе к краю. Вот, это вторая фаза. Метеоры вам, если вы видите кругляшки под вами, это туда падут метеоры. Они работают так же, как ручки на груле гер. Если на вас есть какой-нибудь дебаф, типа дикое пламя или взрывоопасный пламень, вы эти как бы, кругляшки не закрываете. Старайтесь бегать, ну, закрывать только если ну, на вас нету дебафов. Вот, либо просто хильте, а РДД сами будут потеть. Ты еще скажи, что лужа, которая разливается с метки, если в нее встать, то дебаф получишь. Очень хуёвый. Ну, это да, и получается вот лужа, которую взрывоопасным пламенем вы разливаете, если вы в нее встанете, вы получите дебафчик, который увеличивает урон от огня. И желательно проанонсить или самому засейвиться, если вдруг увидите. Там, получается, будет каст, в общем... Смотрите, разливаются лужи. После того, как они ползут к боссу, как только доползают до босса, Джайн начинает кастовать коллапс. И вот во время этого коллапса вам нужно засейвиться. Либо там проносить, чтобы кто-то вас засейвил. Вот, с первой на вторую фазу нужно будет прожать кнопочку. По центру экрана появится кнопочка. Вы кнопку нажимаете, и все, руки от клавиатуры убираете. Вы не двигаетесь, вы ничего не кастуете. Потому что это заклинание нужно поддерживать. Вот. А на третьей фазе... Я думаю, на третьей фазе пофигу. Стойте просто со всеми. Да там просто хилите купол этих лопастей. Да, шаман, если что, встанет, а на метеолу просто этот СС. Проверку.
Мне кажется, шаман еще до третьей фазы встанет. Метки, ты по меткам это раскидай все. Ну уже раскидал. Все, кто, все стоим, кто как хочет. Ну херня идея. Веришь? Скиллуху пока. А куда мне деться? Я вот хочу и слева, и справа. Ай, ладно, давай, короче, раскидаю. Метело адмирал Ромбик. Простя звездочка. Элбрил печенька и Полина в трусах. Дальше кислый ты в апельсине, я в трусах, Фарада ты в рамбе. Меня уже в трусы поставили. Френзит в звездочке. Кирсгорн получается в трусах. Хисаями печенька, Талим звездочка, Делорус ромбик. Силобезные апельсины, планетянин звездочка. Разновака трусы, Вага ром, предвар апельсин, коника трусы, и получается ханты. Бабл звезда, Артемия ром, Мозер куда хочешь, и монород куда хочешь. Все, запускаю. Лев, дай косочку шаманам. Чек, дай. Нефиг было АФКш. Так в смысле АФКш? Я вышел, чтоб суппорт не тикал, пока Гейна рассказывал. Еврей. И по разбойникам тоже. Зато с голдой. На первой фазе, когда носит шторм, нужно набрать рейндж 10. Адмирал, ты стрелишь? Нет. Кирсгор, у тебя саппорт, блядь, 11 минут. Тебе все равно да, саппорт обязательно. Хватит, все хватит. Все хватит, если будем быстро. И смотрите, для чего вас поставили в метки. Будут... Джайна будет кастить лучи, и эти лучи будут подсвечиваться, потом появляться. Ну, работают, грубо говоря, как лезвие, да, в РС, только не двигаться не будут. То есть, если вы будете стоять прям ровно в метке, вас эти лучи никогда не порежут. У тебя отслеживание на всем рейде включено? Ты? У меня почему-то не работает. У меня все вот, включено. Дебаф отложится, у меня почему-то 20, не работает. Чего? Дебафы на второй фазе выносить, анонси. Хорошо, сейчас я включу стримлапс, чтобы записать. Ты тоже проанонси, если вдруг кто-то дебаф от лужи словит. ДБМ запустили. Запустили мозг. Идет. Слепой, что ли? Или у самого ДБМ? А ну вот, включал мозг. Там это, про большого не забывайте. Коника. Пока что понапульвай Джайну с напулом на Нурвета, чтобы больше агро было. Блядь, я... Джайну. Подожди, давай наоборот. Я сам потратил, терпи, прожмись. Страшно. Угу. Разбежались. Ревность. Шторм, рейндж набрались. Делаем. Сбежались. Тогда осторожней с большими, потому что раньше я их напулю. Про купол сказали, про кнопку? Да. И не шевелитесь. РДД свечнулись. До хера хп. Велики маленьких заберите с пианиста. Ничего страшного. Крика на хп нет, вот.
конечно. Разбежались. Сбежались. Здесь 400. Давайте РДД. РДД свечнусь. А Джену что, понерфили? 90 лямов? Не понял. Сейчас секунда перед тем, как 90 лямов. Перебежали на другую сторону. РДД. Миль, все. 90 лямов у Джена? Да. Да, 91.7. Стаки. Вроде было 120, да? Стаки, кстати, быстрее, не заметишь? Стаки что-то подлагал. Говорю, стаки Дело, быстрее. Да, нормально. Это новогодний подарок? Было ровно 100. Хвагиваем. Короче, за один купол, да, надо? Что? Разбежались. Рогалета слышно? Да. Сбежались. Так, вроде это ладно. Может, и лич был понерфленный, нет? РДД свечнулись. То урон тоже понерфили. Посмотрите, вообще нечего хили. Зря сопрот пили, да? Хотите, перепейте на третью фазу, да? Не надо. Ну подвиньте кучу-то. Страдайте. Ну что-то совсем не бьет. Лучше с Ивова, чем, блять, пойми как. Да, может, Нуртлет, ты просто оделся хорошо, в этом дело. Разбежались. Сравнение с прошлой недели. Дайте СС на Прости и на Метеолу. Я дал на Метеолу, удалим АКД еще. Аккуратнее, у меня лаги периодически какие-то. Хватит. Сейчас сделаю, чтобы... Сбежались под последний луч. Чего вас так бьет всех? Если бы трэш нормально заливали, мы до шторма бы успели. Осторожно с ауешкой. Стопните. Дайте бот. РДД свечнулись. Трэш там это доливайте мелкий. Не поубивал никого, блин. Когда сейчас кнопочка будет. Прожали кнопочку. Блять, у меня кнопки нет. А, у меня тоже не работает. А вот появилось, блять, в конце. У меня... Появилось прям, блять, в последнюю секунду и каст. Из-за Т5. Надо, адмирал. Лучи. Выкиньте Т5 свою отсюда. Яна подниму. Метки. Сейчас. Эрдро выбирай. Выноси метку подальше. Метеоры. Обратно возвращай. Метеоры закрываем. Ну отойдите с огнем, блядь. Кислый, ты где лежишь? Ученьки. А ты... Получи. Получи. Встали все.
Адмирала поднимать. Метки. Да, поднимай, короче, а ты кислый, пускай будет кислый бы. Кого я? Метеора. Да, никого. С огнем выйди. Боссы идут. Отдаю гимноману. На ком дебафы есть? Ну, вижу только на Хисаяме. Глыба. И Элбриле. Да, я... не вижу. Косты, смотрите. Лучи. Метки. Метеора, меточка. Метеоры. Открываем. Метки. Блин, я же специально вперед отошел. Тихо. Сейчас лучи будут. Лучи. Метки. После этих пойду к боссу. Метеоры. Вот. Гимноман. Ох, закройте правый. И бабло прохил. Ползут. Сразу будут лучи. Великий, не подходим. Девка, да, Инар, ты рядом. У кого есть дебаф? Ни на ком не вижу. Видите? Панты осталось. Хил. Метки. Метеоры. Видишь, раньше было на 50, а сейчас на 45. Смотрите, просите метеола. 5 лемов меньше бить. Чуть не схватило сапрочка. Тихо вы. Смотрите, будет кидаться буря. Если буря, анонш, называю ваши ники, выносите просто ото всех. Когда идет каст натис, встаем... либо в квадратик, либо в крест. И вообще стойте на протяжении всего боя в этих метках. Вот, когда проносится купол, бегайте за Фарада. Фарада, поводи их. Поставь на Фарада метку. Не могу, буря. Буря. Нургледвиг Бабл. Все делают копья. Закрыли. Блядь, сместитесь, вы там закройте копье. Милики, словите натиск, это пиздец. Луч. Метки. Метки на край пошли, все разбиваем. Милики, отойдите, сейчас может быть натиск. Разбили. Быстрее снесете, проще все. Библа прохит. Луч. Вот это было опасно. В пету. Ты видишь, где у нас луч? Буря. Фрэнзик Мозер. Квадратчик, сместитесь. Метки. Геру дайте. Геру. Вот смотри, видишь, блядь, стоят. Ловят землю. Я говорю. Разбили. Быстрее. Купол 30 секунд. Буря. Кислый монород. Натиск. Натиск. Попросите ребаф дайте.
Дайте 10 мне... секунд купол. Буря. Долорес Артиллерия. Купол готов. Смотрите, появляется купол. В купол не забегайте. Бегайте бочком и смотрите в купол. На Джайну просто. Вот на эти катализаторы просто не смотрите. Когда киль, тут ничего не нужно. Просто бегайте бочком, смотрите в Джайну. Матиола, не вставай, если на ТСС был. После купола встанешь. Сколько у Джайна много там? 17 лямов у Джайна. Сейчас вернуться. Поднимайте. Хил один стал, второго СС был, если нету, поднимайте. Луч. Ну, это вам тоже. Так, даю БР, Матиоли. Буря. Раздавал как разговором. Луч. Луч. Пою гимн ману. Хуёвый будет. А нет. В пета видел ушел? Да, вроде, в волка. Флоков. Буря. Артемий Мозер. Да все уже. Что-то как-то и... Метки. Бейте Джайну. Забейте на метки. Еще лям. Пол лям. Уменьшим, потому что процентаж убавился. Все? Да, все. Там в какого-то что-то волка побежало. Что-то понерсили прям очень. Да, кристаллы теряют. Если ты перед лицом персонажем смотришь на кристалл во время каста Воя Ужаса, он тебя фернет. Поэтому надо бегать лицом к куполу, не смотреть на кристаллы. Вообще, ну, уже... Сильно нерфанули. Сильно. На первой фазе, блин, ощутил этот нерф. Катализаторы. Что, на шарме не расходимся теперь, да? Я, говорит, повернулся дотку кинуть. Ну, блядь, книга, пожалуйста. Тренер ДДшная. Зачем она нам надо? Книги вроде не будет. Тренер, это подруга. Не, сейчас уже можно без саппорта, по-моему, изи проходить всем, даже кто хилиться не может. Кому нихера не надо, летите в ЗС. ОД, 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 ОД. Тайм ОД, подаем ОД. Вагон. Так хилы сказали, что, блядь, тут хидить не надо. Да. Охуенно, блядь. Пора до ГЦ. Ну и вагон. Он метеори штаны выпали. Адмиралу повезло, как всегда. Адмирал, ни тебе, ни мне. Вар, не дай бог, ты его сейчас ролить не будешь. Кините мне, я это оставлю, чтобы Фарада. Каждый день ему в обмен кидать. Нет, дай мне ему каждый день кинуть. Так, с ролью простая. Но я не думаю, что ей уйдет Спироза. Второй кто? А, вру, блять. Коник 93. Да? Посмотрел. Нет, простая, ты вторая. Нет, просто. О. Это было бы очень хитро. Прости, он не читает чат. Простая. Ты бы себя назвал его простата, блин. ДРТ же называют, а иди. Что, загоняем в долги Матиолу, да?
Просто один рейд уже топ-пуха, топ-штаны. Я ради такого даже штаны не буду ролить. Все равно. Нет. У меня они так просто, что валялись в сумке. Ребят, ЗС? Да-да-да. Каждый день. Сейчас еще не удивлюсь, если Матиоли руки выйдут. Может, смотри, в ЗС-ке также начнем, типа, глубиней, рыба, чтобы сапротом было норм. Да там сапроты только, блядь, на одного босса. Ну а потом, получается, ты пьешь на одного босса сапрот, а потом идешь на этого волноступа, на гидрос. И чё? Ладно, всё. Разумный лёд остался в этом. Вот здесь. Да, так, да. ЕП 7 плюс 2, да? 2-4.